Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Инстаграм поделилась публикацией в связи с кончиной архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии Александра Ищейна. Архиепископ Бакинский и Азербайджанский высокопреосвященный Александр был искренним, добрым, душевно щедрым человеком, написала Мехрибан Алиева. Она также отметила бесконечную преданность архиепископа своему призванию, его заслуги в развитии мультикультуральных традиций и расширении межконфессионального и межцивилизационного диалога. «Прошу Всевышнего упокоить его душу и ниспослать терпение всем его родным и близким», говорится в публикации.